соблюдаем все меры безопасности, и именно поэтому, я думаю, что люди нам доверяют, и их не уменьшается, как бы они сохраняются и продолжают ходить в бассейн. Мы как бассейн-чек соблюдаем все меры дезинфекции, все рекомендации Роспотребнадзора. И с самого входа наших гостей в комплекс у них проводится обязательный замер температуры. Обязательно вход в комплекс только в маске. При общении с ресепшн люди обязательно должны надевать маску. А также потом они входят в комплекс, проходят в раздевалки, при этом соблюдая масочный режим. I can never be lonely. If you put your hand in mine, I can never be lonely. Помещение у нас ежедневно проводится влажная уборка, проводится дезинфекция каждый час. Также у нас в комплексе соблюдается социальное дистанцирование, везде расположены стикеры-наклейки, стоят рециркуляторы воздуха, которые очищают и воздух. И еще также у нас во всех помещениях расположены дезинфекторы для рук. Вот у нас есть специальная немецкая система, которая абсолютно защищает наших гостей от какого-либо рода бактерий. Чистка проводится ежедневно, пробы берутся ежедневно, и как бы все это согласовывается с Роспотребнадзором. И никакой опасности для наших гостей, не пребывание на свежем воздухе, не пребывание в комплексе в закрытых помещениях не представляет. Именно открытое небо, свежий воздух, он является наиболее комфортным для, собственно, проведения своего времени пользой и приобретения еще большего здоровья.